что сегодня у нас важный урок. Отработка траверса. Говорю, что он урок издевать начинал. Снег отличный. Вот наш склон. Открытый. Я знаю, под ним ничего нет. Давай. Я когда иду траверс, например, с правой стороны. И меня, например, снегоход дергает вниз. Я не должен типа его пытаться взять, я должен назад улететь. Типа к склону. Ну правильно. Потому что если я сделаю примерно так, то пытаюсь его вытянуть, меня дергает, и я улечу, снегоход улетит на меня. Во-первых, позиция ног. Сейчас мы про нее вспомним. Раз. Что это за опирание на сидушку? Не надо на коленке. Давай, возвращайся. Ногу туда. Вперед ногу. Теперь возвращай на ту подножку. Эту ставишь перед ней. Раз, перешагиваешь. Два. Вперед ногу. Все. Газу! Газу! Толкай! Сейчас подъеду. Вот ты как любишь, почему ты поехал? Что случилось? Я понял, почему я поехал. Давай, чтобы я сейчас пустил. Скажи, папа, я нажал газ. Скажи это. Вот так и надо, нажимать газ. На подножку становись. Да. Руль к себе и пошел. Газ сразу, да. Полный газ. Стоп. Давай. Вот, давай еще раз. Больше газу, чтобы не запиливался. Давай, не стесняйся. А теперь выстрели его, чтобы он это поехал чуть-чуть. Не отпускай газ, чтобы он тебе поплыл из этого положения. О, все, отлично. Блять, красавчик, поехал же. Только не упарись. Да это какой-то, да это ж, тормози, красава, тормози, я ж, блин, это, телефон выпустил, думал, все, во, блин, ну почему у тебя получилось там наверху все? А, ты прям, ну потому что вы рассказали, в смысле, как перекладываться, как идти боком. Подожди. Траверсом, давай. На ноге, все, на одной ноге. Вот как мы шли, давай. Давай. Нормально все. Вот, да. Закладывай. Всегда закладывай. Во. Давай, речи и уходи. Уходи наверх. Пошел. Это бывает, не ссы. Давай. Газу! На ногу к склону и газу. Не получается? Не получается? Сейчас, ребят, копаем. Что, снег есть? Да нифига себе, покрыли.
не уходил. Это еще ни о чем. Когда по шею будешь уходить? Я уходил так года 4 назад. Вниз, вниз, вниз. Ну давай, пивайся. Я еще разочек зайду, наверное. Давай. Глаза сейчас были близки к распространению. А, слушай, ну это было прям на меня. А ты в свой свет запилился, зачем? Ты в свой свет ушел? Если твой снегоход упал в свой свет, ты на меня не улетел. Так, ну что, на сегодня урок окончен. Отметка 4. Было бы 5, если бы два раза не закопал, но закапывать тоже надо. Будет потом меньше мотивироваться рыться. Да.